Юные любители спорта решили поддержать казахстанских спортсменов, принимающих участие во Всемирной универсиаде. В Актобе прошли вторые юношеские зимние спортивные игры. Они собрали больше 300 ребят. Это команды сразу 5 местных школ. В прошлом году такие игры состоялись впервые и сразу стали популярными. Этой зимой команды состязались в лыжных гонках на 1000 метров, играли в мини-футбол на снегу и хоккей, а самые маленькие устроили эстафету на санках. Как настоящие любители как хоккея, которые как болеют хоккеем, они стараются находить себе коробку, заливают лед, тренируются, делают все раздевалки. Но всеми силами мы тренируемся. Хорошая очень команда, 53 школы по хоккею. С ней мы, в принципе, связываем хорошие надежды. Мы будем готовить и выходить на чемпионат Казахстана. Вот это самая главная цель – подготовить команду и сделать ее боеспособной.